Что еще для счастья надо? Дом, успешный бизнес, автомобиль, друзья. Но жителю села Ундры Ульяновской области захотелось разнообразить свою будничную жизнь. Он устроил вечеринку, пригласил приятелей и девушек. Но у виновника торжества произошел конфликт с одним из друзей. Чтобы защитить себя, гость вечеринки принес из машины нож, но воспользоваться им не успел. Старые знакомые решили действовать по принципу «лучшая защита – это нападение». Мужчину избили до смерти, а затем спрятали тело. В ходе судебного заседания было установлено, что подсудимые нанесли погибшему множественные телесные повреждения, в том числе с использованием предметов в качестве оружия, а именно табурета. При этом свои действия один из подсудимых, а именно Сафин, снимал на мобильный телефон. Подсудимые свою вину признавать отказались. Дело рассматривал суд присяжных, но красивые речи на них не подействовали. Хозяина вечеринки осудили на 8 лет и 6 месяцев. Его сообщника на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.